Что за фигня? Это что, игра? Правда? Это так реально? В любом случае, давайте сыграем в эту игру. Но у меня нет идей, как я буду играть. Мне нужно немного помощи. Давайте почитаем инструкцию. Шаг один, шаг два, окей. Дерево мне нужно сначала. Я думаю, из деревьев. Поэтому пошли сюда. Но как я сломаю его? Лол. Моими руками? Ауч! А! Вы серьезно? Что это за игра? Но мне нужно дерево. А, черт, ауч! Что это такое? Это тупо. Но я добыл немного дерева, да? Круто. Иху! Мне нужно больше блоков. Окей, давайте доломаем это сломанное дерево. Окей. Раз, два, три. Да, еще один блок. Окей, теперь последний блок. Дерево, да. Круто. Ладно. Знаете что? Давайте скрафтим чертов меч, да? Окей, с самого начала мне нужен верстак. Мне нужно 4 блока дерева. Вот этого дерева. 1, 2, 3, 4. И у меня есть верстак. Давайте поставим его где-нибудь. Теперь мне нужно сделать пару палочек. Это очень легко. Мне нужно 2 куска дерева. 1, 2. И вот они. Окей, теперь меч. 1 палка, 2 блока дерева. 1, 2. Да, у меня есть меч. Что это? Что? Что это было? Это что, баг или что-то? Окей, давайте попробуем еще раз. 1 палка, 2 блока дерева. И вот он. Меч. А? Что? Последняя попытка. Окей. Палка. Дерево. И меч. И да, у меня есть меч. Круто. У-ху! Да. Круто. Да. У-ху. Что я буду делать теперь? Да, меч. Давайте ударим овцу. У меня есть меч, да. Я голоден. Йоу, народ, я надеюсь, вам очень понравился этот выпуск. Дайте мне знать в комментариях. И если мы наберем... ничего не наберем, следующий выпуск выйдет в следующую пятницу в 16:00. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь вашим добром. Ну, с вами был Алан. Увидимся в следующий раз. Пока.